Радио Energy Саратов и сеть магазинов модных аксессуаров и бижутерии «Пурпур» запустили проект преображения «Супергерл». В нем принимают участие выпускницы школ, мечтающие выиграть суперприз акции – платье, прическу с макияжем и аксессуары. Сегодня за место в финале соревновались первые участницы. Что из этого получилось, смотрите в нашем материале без закадрового текста. Прямо сейчас наступает второй этап соревнований, когда вам предстоит выполнить задание, которое мы для вас подготовили. Эти задания хранятся здесь, в конвертиках. Хотелось бы сказать, что на выполнение задания у нас всего полчаса. Раз, два, три, старт! Поехали, девчонки! Что нужно сделать? За 30 минут создать неповторимый образ для вечеринки. Как это нужно сделать? В магазине «Лайм» выбрать платье. Отправиться в нем в магазин «Пурпур» и подобрать аксессуары. Серьги, колье, заколку, ободок или даже целую шляпу. Платье и украшения вернутся к месту старта и за оставшиеся секунды сделать себе прическу. Сейчас кружева в моде, синий цвет. Да, на залог успеха и строгость, она никогда не помешает. И девушка должна быть уверена в своем выборе и в себе сама. Я думаю подобрать платье к своему образу, чтобы дополнить. Какой-нибудь формой вырез ожерелье, чтобы дополнить яркого акцента, чтобы были хоть какие-то яркие акценты. Девчонки мне посоветовали сделать себе феечку. Вот, в этом сезоне в моде цветочный принт. Наверное, сделаю поэтому акцент на голове и сделаю акцент на сумке. На выпускной сам я пришла без пиджака, а пиджак я подобрала под с расчетом на холодный прохладный вечер. Все очень красивые девчонки, но мы путем голосования, долгих прений решили, что у нас сегодня победила практичность. Юля! На следующей неделе Radio Energy выберет следующую тройку полуфиналисток. О том, как принять участие в проекте, где главный приз – платье, прическа и украшение к выпускному, можно узнать и в группе РЕН-ТВ Саратов ВКонтакте. Мы же обещаем следить за проектом и рассказать о его итогах.